Я, если честно, думала, что после того видео, которое я выложила до этого, я уже вряд ли что выложу. А, но если кому интересно, то ссылка вот где-то здесь. Где-то тут будет ссылка. Всё. Ты никуда не нажимай на видео тоже. Уже тает, наступила весна. Вечная проблема, не знаю, с такси опять заказала. Гуляю уже, все дворы обошла. До сих пор машины нет, из гостей меня выгнали уже. Просто это интересно выглядит. Силуэт, давайте. Я тут жду такси и встретила местного сумасшедшего. Аркадия, вы всегда, да, тут находитесь? Вот эти движения, что вы делаете? Всегда, да, можно в это время пойти в этот двор и увидеть это? Жертву, наверное, вон одинокий мужчина стоит. О. My lonely blues well, so I can't deny all I. Это симпатично наш городок выглядит, когда темно. А тебе такое странно слышать. Не для слабоумных, что такое МТ-5, МТ-4. Программа MetaTrader называется. Для торговли. Ясно. Не, а в чем отличие? Ну, у них отличие в функционале. Как бы на МТ-5 можно делать то, чего нельзя делать на МТ-4. Ну и на МТ-4 можно делать то, что нельзя делать на МТ-5. Это все вода. А так конкретно что-нибудь не будет ничего. Ну, на МТ-4 можно торговать одновременно в обоих направлениях. На продажу, на покупку. На МТ-5 нельзя так делать. Но фишка там в том, что можно там уменьшать, как сказать, разбег в минус. Вот, как бы это тоже хорошая тема. Все непонятно, там он показывает на бумаге. Понятно, спасибо. Вот. Я вот сейчас как бы не знаю, на чем мне лучше все-таки. Сколько процентов в месяц вы делаете? 10% в среднем. 10% в месяц? Банк 10% в год дает. Это не каждый. Вот именно. Если уже не будет, кстати. Да, красиво. Здесь последний раз был, когда здесь сугробы были. Да, я тут была, но с той стороны, со стороны Октябрьского моста. Блин, скоро можно же будет на велик кататься. Да, сейчас да. Подсохнет, уже через дорогу.
Я вот все-таки думаю купить, наверное, велик себе. Но с другой стороны, когда я буду кататься, как бы всегда его можно будет продать. Они, в принципе, продаются очень хорошо. Не, я его куплю, смотри, допустим, за сколько они стоят? 20 тысяч, а потом продам за 2. А, ты можешь ли купить велик за 8 тысяч? А помнишь, у меня был красный велосипед? Потом стоит где-то в восьмерик. Кстати, куда он делся? Я его продал. За сколько? За 2. Не, ну лучше купить новый, чем что-то менять в нем. Потому что, ну, это по деньгам выходит очень дорого. Короче, невыгодно абсолютно, запчастям покупать. Да. А представляешь, Вика, одна педаль 500 рублей стоит. Даже не педали поменять, это уже 1000. Ладно, давай я тебя перебью, мы уже полчаса гуляем. И как началась тема с великом, она продолжается. Идем, да, идем кормить уточек. У меня такое чувство, что мы будем насажим просто на этом берегу. У тебя нету куска хлеба в кармане, как обычно? Да нет, что-то голодно. Капитан, смотри, сука, утка. Ага. Блин, а темно, они, ничего они не видно. Один должен летать. Вот, надо тут на снимать тут освещение. Зимой, кстати, в Енисее вода не замерзает. Потому что плюсовая. Плюс 5, по-моему, или плюс 6 на зиму. А да, она зимой теплее, чем летом. Летом плюс 3. Знаешь, почему это утки не улетают? Потому что техногенная наша цивилизация изменила утячью природу. Наша цивилизация изменила утячью природу. It seems forever stuck today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, and all the handsome men are gay. You feel deprived. Не, ну сотка, сотка за месяц это. Маме 6 тысяч килограмм. Это на текучку, короче. Да, конечно, сотка так на текучку вам, мажором. Ну, если бы Вика так каждый месяц было бы, а то... Тут, как всегда, очередь. Все, короче, с чем я не понимаю, нам поедем, да? С тобой весь один картошка, один бокс мастер. У меня сделки чередуются минусовые с плюсовыми. На каждом углу вот эти вот забегаловки. Так, у нас... Рассказывай, рассказывай. Смотри, на четвертом, да, там такая ситуация. Там плюсовые сделки чередуются с минусовыми. Допустим, могу закрыть минус 50, минус 100, потом закрыть плюс 150, потом минус 20, там плюс 50. Вот такая тема, да? А на пятом у меня практически все сделки в плюс. Плюс 10, плюс 20, плюс 50, плюс 100. И так вот они идут, а идут, почему идут, так? Идут. Почему так? Ну, потому что там как в догонялку играешь. В смысле? Ну, как тебе объяснить? Ты, короче, увеличиваешь лот, при этом уменьшаешь расстояние между до закрытия сделки. И это как бы увеличивает шанс закрыться в плюс. Вот такое вот у нас в Красноярске агрессивное вождение. Слушай, да? 64-е, если мы попросим. Да не, Вик, не надо. Почему не надо? А? Да он меня откроет. Как? Это азиатская, да, какая-то ямда?
Так, в общем, держи косарь. Покажи свой график, это твой? Нет. Ну неплохо, сколько у тебя в год? 156 по месяц. Средний месяц 12. Как-то так. You must survive when there's no love in town. This new century keeps bringing you down. Еще достаточно не потеплело. У тебя уже лужи видно. Но все равно бегать еще рановато. Хотя бы чтобы плюс 10 было, тогда уже можно. В городе, да, где-то плюс 10, плюс тут лес, деревья, еще тут речка, Енисей протекает, озера, и поэтому тут холодновато, конечно, бегать. Я вот в пальто в своем стою, трясусь. Я думаю, это дело надо не закрыть. Так, сейчас мы возьмем блокнотик и будем наблюдать за ним. Так, какой будет? Проснулась 20 минут назад, еще ничего не собрано. На улице еще темно, хотя на улице весна. Светает уже у нас, где-то, я даже не знаю, сколько светает, а потом... Черное небо. Так, пойдемте посмотрим, что там с нашим чаем. Угу. Так, цветочек распустился. Жалко, камера не передает запах. Просто аромат. Я сейчас блокнотик убрала. Аромат просто на всю комнату. Знаете, можно сравнить с тем, вот заходишь в цветочный магазин, когда... Вот запах наподобие. Очень похож. Сейчас его надо... Мой метод остужения чая. Набираю в раковину воду. The kisses of the sun were sweet as didn't quit. I let it in my arms like an exotic dream. The radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. On another word goes la la la. Главное, чтобы он не утонул. Раковина немного грязная, потому что мыли тут кошку. Мы ее выпускали на зиму на охоту. Вот недавно забрали. It goes around the world, just la-la-la-la. Мне очень нравится это, потому что потом, когда пьешь сверху горячо, а там внизу
У нее зубы как такая холодная вода. Ну попробуйте, советую. Вкусная тема. Внизу вот за счет того, что оно обледенелое все, когда пьешь, сначала обжигает, потом. В общем, что рассказывать? Попробуйте. Seems forever stuck today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, and all the handsome men are gay. You feel deprived.